Так, блядь, не то. Не то. Привет, Твич. Ща. Ждите. Сейчас все будет. Короче, я пытаюсь дальше развлекаться, рисовать, общаться, развивать всякую коммуникационную фигню. И сейчас, я в очередной раз пытаюсь поболтать, если кто-то все присоединится. Так, а где у меня Twitch присоединится? То, соответственно, что-то будет. Какая-то движуха, что теперь думаем, если никто не присоединится, ну посмотрим, вот, как оно все пойдет. Конечно, мне было бы прикольно, если бы кто-нибудь как-нибудь реагировал на это дело, но от вас хер дождешься, поэтому сейчас ангелочек будет курить косячок. Ангелочек, косячочек. В общем, цель всего этого дела следующая, чтобы я вас всех развлекал, вы приходили, задавали вопросы, я в процессе бы, например, кстати, рисовал, ну и вообще что-нибудь веселое бы происходило, а там как пойдет. Вот. Но это дело такое, сами понимаете, вот сколько я пытаюсь со всем этим херачиться. Не нравятся мне такие крышки. Тоже не нравится. Ну окей, пусть. Блять, нет, не нравится. Иди. Вот такое будет крылышко. Окей. Вот. Это ангелочек. Если что. Такая вот. Такое вот прекрасное создание. Так, создание мы сделали. А что делает ангелочек? Ангелочек курит косячочек. Такой прям хороший сделаем. Наверняка зрители знают, как все это выглядит. Что это такое? Мы его даже как-нибудь, ну, допустим, будет у нас из прикольной бумаги сделан. Тоже вот так вот. И он у нас, естественно, должен как-то. Ой. Типа он зажженный. Так. Что-то мне. Так. В общем, короче, пишите в чатик, сообщайте там, что как дела и вообще, блядь. Расскажите, о чем вам рассказать. Потому что в целом, ну, допустим, такое. Мы его еще потом. Чуть меньше. Ну, похоже же. Похоже чуть-чуть. Подайхтуем. Ну, допустим. Такой у нас косячок будет. Так. И, собственно, задавайте вопросы, пишите в чатик. Я не знаю, там смотрит. Кто-то сейчас загляну. Вот один человек смотрит, за что спасибо. Можно написать в чатик, нравится ли такая затея или нет. Потому что если это все хорошо пойдет, то, соответственно, я буду дальше все это практиковать. Всем этим заниматься. А, по ручку. Ладно, ручку потом.
И вообще, если не пойдет, ну, слушайте, буду думать что-то еще. Какую-нибудь еще поебень придумаю. В конце концов, все держится за счет, блядь, фантазии. Нормально? Нормально. Зелененько. Это же травка у нас будет. Травка. Так. А теперь нарисуем ручку. Правильно? Раз. Два. Потом туда вставим в эту ручку косячок. Блядь, длиннерка получилась, да. Да похуй. Вот так вот. Соответственно. Достаем косячок. Делаем дубликейт. Один скрываем про запас. Где-то так вот, допустим. Начинает его держать. Так, дубликейт. Еще один. Так. Давай, кит. Еще. В общем, примерно такие дела. Я просто, честно говоря, не знаю, как это, о чем здесь надо говорить. Потому что, как я уже говорил в предыдущих выпусках нашей телепередачи, я хочу, чтобы вы задавали тему, вы как-то реагировали. А я, не знаю, там, отвечал, рассказывал что-то. Ну, блин, какая-то была бы обратная связь. Потому что, конечно, когда ты так в одно рыло, это, мягко говоря, ну, что-то скучновато как-то. Вот. И поэтому я, видите, подтупливаю, забываю, что идет какая-то там... Ой, блядь, не то. Забываю, что идет трансляция. И поэтому я, ну, я сижу один обычно молча, и что там, что уж скрывать. Вот. И, соответственно, если вы будете писать в чат, я потом все сделаю красиво, настрою. Сможем сделать так, чтобы это... чтобы было весело. Так... В ручки вставляем. Раз. Два. Три. Четыре. Я не буду проверять, сколько зрителей. Хотя, ладно, проверю, чтобы, блядь, расстроюсь опять. Один человек это смотрит. Ну, блин. Ну, зато, видите, уже 8 минут. А еще он же, блин, выдыхать что-то может. И вообще... Что-то, по-моему, я не туда все вставил. Так. Еще. Animation Assist. Блядь. Ну, в общем, на самом деле, такой, ну, мультипликация, геморрой еще тот, на самом-то деле. Вот. И обычно все это уходит какое-то количество часов. Вот, видите, очевидно, что я ошибся. Соответственно, вот это вот. Надо сюда. Вот это вот.
что там получилось хорошо. Да, видите, летает косячочек туда. Ну, это, слушайте, такая тестовая история, поэтому я не сильно заморачиваюсь. Так, где у нас тот, который нам нужен? Так. Сейчас все, мы нахер выключаем все слои. О! Нашелся. Это куда-то сюда. Это куда-то сюда. О, один кадр сделали. Это будет работать. Так, это в первый. Два кадра сделали. Так. Это сюда. Три кадра сделали. Так. Это... О, это сюда. Сюда, да. Отлично. Это... Сюда, да, сюда, угадал. Это сюда, неужто, блядь, получилось? Ну-ка. О! Так. Похоже, что дует. Ну, допустим, похоже. Теперь-ка... Вот, лишняя группа. Все, надо в порядке, все держать это. Теперь надо не забыть. Ну, выдыхать, наверное, что-то должен. Ну ладно, посмотрим. Я, может быть, сейчас забью на это дело. Потому что все это пока никто не смотрит. А я пока развлекаюсь. Поэтому сейчас просто дорисую. И если там не будет никаких комментов, лайков и зрителей, ну, будет вот болтаться какое-то время. Пока Твич это хранит. Ангелочек с косичком. Вот. Мы же все понимаем, что это не сигаретка. Я не знаю, что там на Твиче с правилами на эту тему. Но ангелочек, мне кажется, вполне себе безобидно. Вот. И еще, если что, потом... О, кстати, да, и на... Надо же как-то тень везде расставить. Ну, кстати, прикольно получилось. У меня такие... Блядь, не супер, конечно, все это аккуратно. Ну, да ладно. Как есть. В конце концов, это же все, типа... Тоже, блядь, непонятно. Я как-то сердечко нарисовал, девушка татуировку сделала. Я теперь думаю, что надо как-то аккуратнее все это делать, потому что... Потому что... О! Ангелочек! Так, а если... Да, нет, выдыхать он должен на это. Так. Ну что, делаем, чтобы выдыхал дым, или не делаем? В чатик напишите. Непонятно. Один человек вот смотрит это. В чатик не пишет. Так, ну ладно, допустим. Выдыхает он, когда опускает вот это. А что у нас там выдыхает? Ну вот так, допустим, закид сюда,
И еще одна. А потом это будет пинг-понг, сделаем. И по идее должно быть типа красиво. Посмотрим. Я сам не до конца еще понимаю, что получится. Вот. Поэтому. Ну, допустим. Так, теперь надо это белым все залить, потому что дым-то у нас белый обычно. Блядь, сдавайся. Там, кстати, даже на нем теней не будет, что облегчает. Нам... Солнышко можно еще будет заебашить. Я просто, ну, уже рисую этих ангелочков давно, поэтому мне как надо это... Фантазия. Сука. Слушайте, а вполне прикольно получилось. Ну что, добавлять солнышко? Непонятно. Один человек, который смотрит это дело, молчит. Может, это просто модератор Твича, откуда я знаю, показывает мне это дело. Ну, ладно, сейчас нарисуем вам солнышко. Так, солнышко. Солнышко у нас статично, с одной стороны, а с другой стороны лучики у солнышка должны шевелиться. Заебашим его примерно сюда, за угол. Солнышко у нас, да, блядь, еще и тени будем дорисовывать. Ну, окей, не вопрос. Значит, сначала мы херачим лучики. У нас не так много кадров, хотя, блин, нормально. Там еще блики надо, да, будет захерачить. Кстати. Ну, я так ленюсь сейчас, потому что это все, опять же, есть такой момент, что когда вот без людей, когда нету какого-то движа, ты тоже как бы начнешь халявить, в общем, и, ну, такое получается. Не, сейчас посмотрим. Может быть, кстати, не так плохо, как кажется. Я надеюсь, если хотя бы, блин, у меня в пике будет 10 человек, я буду, наверное, пиздец как счастлив. Это я так. Конечно, хочется 100, там, 1000 и так далее. Но если хотя бы это кто-то там будет смотреть. Не 10, нужно больше. Просто смотрел человек 20-30, и хотя бы двое-трое, ну, потому что один человек устает, как опыт показывает, писали бы мне в чатике какие-нибудь там, не знаю, комменты, вопросы, говорили там что-то, ну как, какой-то движ был, в общем, не то, что говорили, что делать, я сам знаю, что делать. Так. Херачим. Дальше. А что? Сейчас вы увидите, как прикольно будет. То есть, ну, я не зря всей этой херней занимаюсь, потому что когда еще и солнышко у тебя как-то мигает, жить становится сильно веселее. Как-то вышло солнце, выйдет и Навальный. Это солнышко у меня Леша. Видимо, как-то символизирует. Солнце же вышло, и Навальный выйдет. Чудо как-то увлекся. Этим вопросом. Ну, посмотрим, хуй его знает. Не знаю, сколько нужно висеть часов, чтобы это... Ну, примеры на Твиче или нет? О, нормально так получилось.
принципе, если хотите, к нему может даже чертик подойти. Ну, даже и не знаю, блядь, сигареты заканчиваются. Так, если смотрит, то один человек смотрит. 20 минут прошло. Ну вот, 20 минут нарисовать такую относительно простую анимашку. Ну что, все? Ну ладно, тогда все. Тем более у меня садится iPad-ик, надо будет его поставить. Вот вам последний кадр. Поэтому вот, всем спасибо, все свободны. Заходите еще, лайки, подписки, комменты. Вся хуйня и все такое. Вот. Спасибо всем, всему одному, кто это смотрел.